Ну, по поводу данных событий. Вы же приехали сюда, вызвали меня. Кто кого вызывал? Забирать, а мы вместе там были. Ну, смотрите, я по одному человеку буду добрать. Сейчас мы все... Сколько сейчас людей? Во сколько вы их вызывали? Я их не вызывал сегодня. Не вызывали сегодня? Не вызывал их сегодня. А что они тут делают? Мне позвонил постовой, сказал, к тебе приехали люди. Я к вам спустился, вы сказали, я такой-то, такой-то, по такому-то поводу. То есть, не им, не нужно, то есть им не нужно было сегодня приезжать? Я их не вызывал. Я их вообще первый раз в жизни вижу, и я не знал, кто хорошо, это такие. Хорошо, давайте так, представьтесь, кто вы есть? Я следователь. Чего следователь? Криворожского отдела полиции, да. Ну, у вас же есть имя, фамилия. Дмитренко Артем, моя фамилия. И зовут меня Артем. Все? А куда вы сейчас приглашаете тогда их? Если к себе вы... в кабинет на допрос. Ну, вы же их не приглашали. Ну, они же уже приехали, вы мне позвонили. Ну, во сколько они сюда приехали? Не знаю, где-то час назад, наверное, полтора. Что они здесь делали полтора часа? Сколько? На 2 часа. Они здесь находятся 2 часа 50 минут. Где вы были это все время? Допрашивал Онищенко Виталия Викторовича. Сколько вы его допрашивали по времени? Где-то минут 40, не помню. Что все остальное время, 2 часа 10 минут они тут делали? Занимался своими делами. Кто? Я. А они что тут делали? Они ожидали. Вы их видели до этого, до Онищенко? Да, видел. Почему вы им ничего не сказали, что им нужно когда приехать? Я им сказал, ожидай, я им не сказал приехать. Вы уже здесь, вы говорите, допросите их. Я говорю, после того, как допрошу Онищенко. Хорошо. Вы позвонили Онищенко. Что вам кухня сказала? Было так, что вы позвонили. Что вам кухня сказала? Я вам вопрос задал. Что вам вчера сказала кухня? Мне вчера... Да. Что вам сказала вчера кухня? Кухня мне дала материал и сказала, в 5 придет некий гражданин Онищенко. Он вчера не пришел. Спустился я вниз, мне позвонил постовой, сказал, что пришел Касьянников. Это вы? Что я... вчера вам сказала кухня, что придут они после 5 часов вместе с Онищенко? Кто? Что кто? Кухня. Они? Да. Вам об этом она не говорила? По поводу чего? По поводу того, что я вам только что сказал. Еще раз повторите, пожалуйста. Кухня, что вам вчера сказала? Вчера... Только Онищенко придет, и все, и больше никто? Да, Онищенко. Мне за вот этих лиц, я вообще их первый раз вижу, я так понял, с допроса некого гражданина Онищенко, я так... Надежда есть здесь? Надежда, мы сейчас с вами разговариваем о чем? О том, что вызывал ли я этих людей. Ну? Ну. Я вам говорю, я их не вызывал лично. И у меня даже их номеров нет, и я даже не знал, как их зовут. Вы пришли с данными людьми. Подошли к постовому. Постовой набрал меня по телефону, сказал, где пришли люди. Я спустился и начал с вами разговаривать. Не так было? Вы знаете, что уже скоро 5 часов. Но рабочий день заканчивается у гражданских людей. Хорошо. Как вы сейчас их будете допрашивать после 5 часов? Стоит вопрос. Обычно. Нет. Не, если у них нет времени, вы меня не поняли. Я могу им назначить. Вы что, неплохо время. Не понимаете? Я понимаю вас. Вы можете назначить им на другое время. Хорошо. Давайте сейчас что вы будете делать? Время. Что вы сейчас будете делать? Допрашивать их, если они изъявят желание. Где допросить? Вы будете их допрашивать? У себя в кабинете. Почему вы это не сделали тогда? Когда? Потому что я допрашивал часа... Онищенко. После Онищенко. Я занимался другими делами, потому что я вам не назначал. Я вас вообще не знаю. Давайте сюда кухню вызывайте. Помолчу. Какую кухню? Я не знаю, есть ли она на месте. Какую? Хорошо. Вашего Надежда, руководителя, вы идете Людмилу Викторовну. Я иду. Все, пойдемте ко мне в кабинет, я вас допрошу. Давай, давай. А меня, сударь, сегодня с утра свыше изволили отодрать. Да вы что, ваше благородие? Да, смилостивый государь. И заметьте, без малейшей капельки вазелина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И что, прямо в сраку? Я тебе сейчас дам в сраку. Не, мне не надо, там другим давай.